Интересно, зачем все на машинах выезжают? Ну да, чтоб не завалило. Капец, столько машин. Ладно, пойдем сейчас тогда в кафе, погреемся чуть-чуть, и ты как раз оденешь одежду, которую взял с собой. Казахстана и Кыргызстана. Сведения об ощутимости около 5 баллов. На управление кризисных ситуаций на 112 сведения о разрушении зданий, сооружений не поступало, и жертв пострадавших тоже также не поступало. Просим вас соблюдать спокойствие, всем целям безопасности выйти на улицу до особого распоряжения. Спасибо. Глазки закрывай. Жители города эвакуируются. Горожане отмечают резкий рост цен на такси. Куда они все эвакуируются? Куда они едут? В Астану, что ли? Вообще, я бы сейчас тоже не прочь бы поехать. Меня вот напрягают эти сообщения про то, что в 3 часа ночи будет повторный толчок. В данный момент распространяется неверная информация по поводу повторных крушительных землетрясений в районе 5 часов утра. Просим вас соблюдать спокойствие и верить только официальным лицам. Повторные толчки по прогнозным данным, по данным Института сейсмологии, на данный момент не прогнозируется. Открываемся мы домой. Выходим на улицу все. Выходим. Из кафе нас вытурили, на улице уже почти никого нет, видимо, все вынуждены вернулись к себе домой. Вот есть точки сбора населения, можно там переждать. Вообще, вот это дома, которые были построены базисом, и мы еще когда заезжали, я случайно общался с работягами, они мне говорили, что эти здания все проверяли на сейсмоустойчивость. То есть проводили реальные испытания, там кто-то из Японии, какая-то компания приезжала, и они рассказывали о том, что там при помощи специальных устройств эти здания проверяли на предмет устойчивости при землетрясении до 9 баллов. То есть, он говорит, там прям здания вот так ходуном ходили, но они стояли. Прям напротив есть какой-то пункт. В смысле, это вот там? Ну смотри, мы либо сейчас на первом этаже в подъезде потусуемся, либо в пункт сбора пойдем. Хочу заверить жителей и гостей Алматы о том, что сильного разрушительного землетрясения не ожидается. То сейсмическое событие, которое произошло, происходило на территории Китая и Кыргызстана. Те толчки, которые ощутили жители города Алматы, являются авторшоками и отголосками того мощного события. Сейсмические события идут на угасание. Никаких поводов для паники нет. Ну вообще, вижу, что ты в целом так-то спокойно, да? Я вообще уходить не хотела, если честно, даже. У меня тоже есть внутреннее такое спокойствие, но при этом... Бережёного Бог бережет. Сейчас время 3:12. Мы решили, что все-таки пойдем домой. Ну что? Дочке надо в туалет, все такое. Но будем на низком старте в любом случае.